Сквер по адресу город Шадринск, улица Треугольник, депо 71, четвертый участник в голосовании за объект благоустройства. На данный момент микрорайон не имеет благоустроенных общественных территорий для жителей. В проекте на этой территории сквера предполагается создание спортивных и игровых зон. Здесь планируется установка открытой площадки для проведения мероприятий и малые архитектурные формы. Пока на данный момент сквер занимает последнее место в рейтинге. Отдать свой голос можно на сайте администрации или по адресу улица Свердлова, 59, в здании администрации.